Здравствуйте, друзья! С вами Соколова Анна, проект Elite Info Biz. Сегодняшний видеообзор посвящен сервису Rent Plus Money, на котором вам предлагают зарабатывать с помощью майнинга, то есть с помощью поиска криптовалюты. Для этого нужно сдать в аренду свой компьютер, планшет, телефон и получать от 50 до 2000 долларов ежемесячно. Никаких знаний особых вам не нужно. Как здесь сказано, выплаты мгновенные на любые виды кошельков. И даже слабые ПК, ноутбук, планшет будут приносить вам неплохую прибыль в месяц. Также здесь есть розыгрыш среди тех, кто оставит отзыв, сами отзывы и некая контактная информация. Нажму «Подключиться». Производится анализ моего устройства. Подсчитывается, сколько прибыли я смогу получить. И это может занять от 30 до 60 секунд. Также меня просят пока не закрывать страницу. Как мы видим, сверху есть статистика, что уже выплачено 13 миллионов, практически больше, чем с половиной рублей. За все время подключено 2737 партнеров и сейчас на сайте 394 человека. Анализ успешно окончен. Мое устройство будет приносить мне 1125 долларов, либо же 64 125 рублей каждый месяц. Мне нужно произвести необходимые меры предосторожности, а именно застраховать мое устройство. И стоимость страховки 4 доллара или 230 рублей. Если нажму «Застраховать», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна заплатить 230 рублей за страхование устройства. Очень интересно, что эти деньги пойдут прямиком автору сайта под ником Brabus, которого я нашла на сервисе ePay. И почему-то страхование устройства производится не через страховую компанию, а через автора сайта. Также, кроме этого платежа, нужно будет еще платить 390 рублей за открытие счета для выплат, 669 комиссия, 1280 налог на добычу криптовалюты, 1600 рублей получение статуса VIP плюс личный кабинет. Итак, сайт уже сейчас показывает себя с не очень хорошей стороны. Наличие такого количества платежей, и причем каких-то глупых платежей, явно говорит не в сторону его добросовестности. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем на сайт сервиса Rent Plus Money, и это подтверждает авторство некого Брабаса. Сейчас я оплачу 230 рублей, чтобы мы с вами смогли убедиться, что дальше последуют очередные запросы на вымышленные платежи. Пока поставлю видео на паузу и возобновлю его после того, как оплата будет зачислена. Я оплатила страхование устройства. Страхование успешно произведено. Но теперь требуется открыть лицевой счет. Это будет стоить 7 долларов, либо 390 рублей. Если нажмем «Открыть счет», опять попадем на страницу оплаты, где нужно заплатить 390 рублей, именно те 390 рублей, которые мы с вами видели в дополнительных ценах к сайту. И этот платеж подтверждает все эти платежи, которые здесь указаны. То есть платить здесь нужно будет 5 раз, но так как этот сайт является мошенническим, в итоге вы ничего заработать не сможете. Как мы видим, еще даже не потребовалось ничего запускать на моем компьютере, никакого процесса не происходило, но платить мне нужно было сразу сходу, сразу кучу платежей, хотя даже мне только сообщили пока только приблизительный мой заработок, что является очень странным. Данный сайт однозначно создан в мошеннических целях и чтобы выманить у вас как можно больше денег. Поэтому я не советую вам вестись на этот развод, лучше берегите свои деньги. И даже не стоит уделять внимание этому сайту. С вами была Соколова Анна, проект Elite Info Biz. До новых встреч!